Как можно так поздравляем, Гринечка, привет. Поздравляю тебя с Новым годом в твоем холоднейшем климате сейчас. В Африке. Не замерзнем в Мозамбике. Да, если что, мы тебе носочки вышлем почтой, которая ты сам знаешь, как у тебя через работает. Сначала в Португалию. Гришенька, поздравляем тебя с Новым годом. Мы очень надеемся, что ты все-таки из этого Мозамбика когда-нибудь вернешься, и мы тебя увидим. Ты к нам приезжаешь, сразу после карантина приезжаешь в Россию. И гуманитарной миссии с любой, да, можешь спасать енотов тут. У нас тоже есть кого обучать химии. А где... Будем рады видеть тебя, ждем всегда, целуем. Happy New Year! Happy New Year! Да, у меня уже выигрыши, поэтому они исключительно по-английски разговаривают. We should be happy! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Да, им Christmas не нужен. У них не Christmas, да? А я целую, береги себя, потому что Мозамбик, ты сам знаешь, какая опасная страна. Вот. Не надо про опасности говорить. Да. Это напоминание. Нет, всегда все, когда делается от сердца, всегда бывает все правильно и как надо, и никогда не будет никаких неприятностей, где бы ты ни был. Потому что если ты поехал туда с открытым сердцем, значит, ты привезешь только массу новых впечатлений, друзей, благодарности всем людям, которые были рядом с тобой. А мы тебя любим и ждем всегда. Только ты слишком надолго туда уехал. Ну ничего, ничего, а потом сразу политическую карьеру начинаем. Вот Шварценеггер, и все в порядке. Но он уже там с послами снимается. Вы же видели на Фейсбуке? Все? Хорошо, девчонки, но с Новым годом. Но с Новым годом. А теперь включаться. Давай, себя покажи. Готова? Да, готова. Теперь ты одна. Вместе с елочкой. Вместе с елочкой. Пока. А тут, правда, еще один дурак рядом присоседился. Ну, покажись. Ну, встань за меня. Хочу пилку выведу. Он сейчас пилку заградит. Конечно, он заградил елку. Ничего, ничего. Ну, что ж делать, ничего. Ну, вот я здесь, вот, заселился. Ну, хорошо, пару слов для Грини. Ребята, денег вам побольше. Так, ага. И побольше здоровья. Все правильно, все в точку. А все остальное, оно нужное. Ладно, Люся. Все, пока, целую вас. Мы тебя любим, с Новым годом, с наступающим. До связи. Спасибо, до связи, пока. Да, наш маленький рыженький уже, да, он уже устал. Устал наш маленький рыженький всех поздравлять. Хорошо. Пишу, конечно. Пиши нас. Да, и Гриню мы поздравляем, и Миню, и Маню, и маму. И мы поздравляем всех, кто нас слышит. Правда, рыженький? Тебя тоже заодно. Ну, пока. Пока. Ай, все, сбил меня гад заморский. Паразит маленький, рыженький. Ну, как? Это тоже пиши. Чтоб знали мое любовное отношение к моему коту. Ну и к сыну, наверное. К сыну, он знает, я ему еще не то говорил. Заморский этот профессор африканский. Вот. Ну хорошо, Григорий, ну с Новым годом тебя. Ну и как, ладно, это ты уже можешь не писать, как. Начали. Ага. Привет, Гриша. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю счастья и здоровья. Надеюсь, скоро увидимся. Или в Африке, или в Южной Америке. А может, где-нибудь здесь.
Ну давай, не скучай. Мы тебя все любим и скучаем по тебе. Ну вот. Оказываться в дурацком положении, сделайте следующее. Отнимите мобильный телефон у матери, заберите видеокамеру племянника. Во-первых, не будете смотреть на себя в интернете, пьяного. А во-вторых, будет что им подарить на Рождество. Прямо сейчас, специально для вас, Сати Казанова, Юлия Ковальчук, Юлия Савичева и Глюкоза с песней «Танцуй, Россия!» Танцуй!